Тысячи противников рабского закона о труде протестуют в центре Киева. Об этом сообщают СМИ. Несколько тысяч представителей профсоюзов собрались в центре Киева. Люди протестуют против резонансного закона о труде, который получил несогласный статус рабского. Согласно сообщениям очевидцев, после Майдана люди пойдут протестовать к зданию Кабмина. Можно отметить, что среди лозунгов на акции можно заметить плакат «Прочь руки от трудящего человека». Региональные СМИ также сообщают об акциях протеста. Так в Ровенской области прошла волна гнева. По мнению протестующих, законопроект Кабмин ограничивает права и гарантии работников. Люди требовали его снять с рассмотрения, а также отправить в отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Миланова. Также известно о подготовке акций в ряде других городов.